Эй, всем привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Alex86play, продолжаем прохождение Resident Evil Village, она же восьмая часть. Короче, смотрите, все в огне теперь. В прошлый раз был снег, потом была весна, то есть там солнце светило, снег растаял. Теперь, короче, все в огне. Все в огне, кто-то спалил деревню. Непонятно кто, ладно, мы продолжаем. Так, не понял. Продолжить. Загрузи последнее сохранение. Так, Heineken's Factory. Это Factory. Это фабрика Heineken. Мы уже о ней с вами говорили. Короче, вы написали в комментариях, я прочитал, что когда я бегал, там плитки вот эти вот все последние выплавлял, там же был типа закуток, и там открылась дверь, потому что я свет включил. Я что-то про нее серьезно забыл, и, короче, ее можно было, блин, туда зайти даже, когда свет не выключали. И, типа, там что-то лежит, там, типа, секреточка лежит, вы мне говорите, типа, ты пропустил место. Так, короче, что еще? А, еще я вот эту штуку собрал. Все-таки, ну, я не стал это записывать, поэтому вот, собственно, я и шарик кое-как догнал, дурацки. Да-да-да. Так, значит, предлагаете сбегать. Давайте сбегаем. Так, а что? У нас получается только туда сбегать, и я так думаю, мы идем воевать с Хайникином. Он же Гузенберг, он же Гейзенберг, он же... А, там еще будет Карлсон, или Человек-пропеллер. Так, хотя, в принципе, я сохранился. Так, что по патронам? Что по патронам? Давайте сбегаем быстренько. Ой, я отвык. Не понял. Это было сейчас так? Это сейчас так было? Бля, что-то мне... Клавиша, блин, отвалилась, что ли? Не понять, зачем выключили свет? Хотя мы вроде бы свет включили. Я отвык, если честно, серьезно. Долго, когда серию не записываешь подряд. Бывает, что подряд запишешь, а бывает, что не это самое, перерывчик берешь. Собственно, отвыкаешь. Сейчас будем привыкать. А, так, блок, значит, блок у нас сверхъестественный. Получается, вот здесь, да, я выливал. Там я забрал секреточку. Но. Так, а где? Здесь там что-то не взял, бляха. Так, а где вы мне говорили? Куда идти-то? Куда идти-то? Ни хера не понял. Я ж вроде бы... Сюда, что ли? Вот здесь? Так, сейчас, пять минуточек. Я здесь... А, да, точно. Там вот это красное стало. А вот это в прошлый раз было красное. В прошлый раз было... А почему оно не отмечается-то никак? Слышь? Эй, открылось. Здравствуйте! Здравствуйте! Опачки. Опачки, а вот и терминульки, братульки. Весюльки. Так, а что я не сделал-то, я не понял. Опа, так, раз, ой. Патрон на снайперку. Пять патрон, хорошо. Хорошо, больше ничего нету. Так. Ой, блядь, смотри-ка лежит. Смотри-ка висит. Отмычка. Еще, блядь, висит. Нихуя себе. Лаборатория, что ли? Так, ну и кто из вас первый встанет? А? Собак стула. Вставай. Можно я так сделаю? А как это? Бляха, я забыл, как сильный удар был. А, он здесь не бьет? Серьезно? Так, разрывающие заряды. Еще не все. Так, слышь, кто из вас станет-то, собака? Вон тот? Ага. Ага, спокойно. Спокойно, братуха. Спокойно. Кто еще встанет из вас? Патрон для пистолета, хорошо. Еще не все, блядь, серьезно? Оно типа здесь соединяется?
Так, смотри-ка, чё... чемодан. Сейчас открою и это самое. Так, длинный ствол. Это для чего? Для баба-баба-баба-баба револьвера, да? Так. Оп, оп. Ага. Так, не понял. А чё у меня там три патрона выбрать? Так, у нас 15 патронов, в принципе, на револьвер. Наверное, мы на это. На Гузенбурга. На Хайнекена используем. Медицинский отчет. Операция по оживлению. Это моя 18-я попытка. Пациент Оскар, подручный конюха, 20 лет. Пьяным упал в колодец. Тело в хорошем состоянии. Так, грудная клетка вскрыта. Удалю сердце и важные органы, чтобы вживить механизм управления. Отлично. Коду врастает в нервную систему. Процесс идет даже быстрее, чем раньше. Похоже, увеличение доли метаальбумина в крови заменителей было верным решением. Подаю ток напряжением 6600 вольт в ствол головного мозга. Ножницы. В этот раз должно сработать. Да! Ха-ха-ха-ха! Чудесно! Мое творение! Наконец-то! Я еще уделаю эту сучару. Ха-ха-ха-ха! Конец записи. Так, это что это? Это его первый подопытный? Или это он про Карлсона? Так, ну здесь вроде бы все, да? Все. Забрали, все, я выполнил. Что заняло? 7 минут, опаздываем. Бляха, сейчас же встанут. Опаздываем на 2 минуты, поэтому надо было 5 минут затратить на все это. Все, больше никто не выйдет. Больше никакая собака не выйдет. Так, короче, мы сейчас все продаем. Что мы там накопили, а потом увеличиваем до максималки, что там можно. Прикупить ли там. Бляха, вот эта темнота. Или это он Карлсона реально создал? Человека-пропеллера. Пропеллюрку. Пропеллюрку, поди, создал. Хотя он говорил, что он неудачный эксперимент, уже где-то мы читали, да? Скорее всего, это не он, да. А что, он еще кого-то создал? Бляха, как же я отвык-то, серьезно. Че? Че-че-че-че? Че-че-че-че? Все нормально, все нормально. Все нормальненько. Так, ну замей больше нету, да, здесь это понятное дело. Так, смотри-ка, что мы делаем? Вам так, да-да-да-да-да-да, подсказывай. А, так, прошу так, вас, изучите мои новые. Тихо-тихо-тихо, не пи-пи-пикай. Сколько у меня их? Один. Продать. Ну что, все так плохо? Вообще не говорит, 10 тысяч. Что-то так плохо-то. 15 тысяч. Так, это эти были. Монстры. 50 тысяч. Глаз, короче, тоже хрен с ним. Хотя мне 1200 тоже. А, вот смотри-ка, молот Гейзенберга, который мы собрали. Ну, что-то тоже маловато, 45 тысяч, хотя, наверное, нормально. Вот этот вот кристалл-то, да, точнее, череп, бурый череп, 30 тысяч. Чудесно! Знаете, сколько стоит? Да, ой, отмычки не буду, погоди, сокровище все, чуть не это. Так, у меня 150 тысяч, угу. Че у нас по-па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 -
Но я как бы не вижу в этом смысл. Для револьвера 100 тысяч до хрена и 42 тысячи, и чё это для дробовика? Увеличивает огневую мощь. Наверное, возьму. Что, не терпится? Хотя... Для револьвера бы тоже бы, в принципе... Ой, где? Не, ну 100 тысяч это много. Так, погоди, у меня всего 108. Так, давай смотрим, что здесь. Револьвер 65 увеличить, это прям вообще перезарядка, не знаю, темп стрельбы тоже. А дробовик 91 тысяча урон. А, у него еще и боезапас. Бляха.
Так, ну в первую очередь все-таки урон дробовика. Судовой. Потому что дробовик у резиденьки основное такое оружие. Пистолет это чисто для этого. И все у меня получилось. Бля, 17 тысяч. Че так дорого-то, слышь, ты че такие цены-то поднял? Вообще больше ни на что не хватает. Пипец. Урон 65. Темп стрельбы, блин. Вообще жидняга. Ну, просто смотри, урон еще две клетки. Это типа почему? Что-то я еще не нашел, не поставил. А, у него еще два модуля. А где же я их похеракал? Интересно, бля. Я вроде бы особо-то нигде нет. Задача важнее, чем до новых встреч. Ой, бляха, как неудобно стало. Так, все, сохраняемся. Не, вначале едем наверх. Давай сюда. Теперь, наверное, все вроде бы везде все взяли. Везде все взяли. Бляха, ну, маленько подольше, да. Ну, мне кажется, неудобно. Во-первых, он как-то его стал держать так. Наискосок. Ну, то есть пистолет вот так держит, дробовик так же держал. Нахрена коллиматорный прицел дробовику? Это же дробовик. Так, сохраняемся. Сохраняемся. Мышка почему-то вылезла. Что, бляха, происходит сегодня? Ты чё? Ты чё, давай работай. Все, идем. Здесь мы все взяли, здесь мы... Ой, бля, серьезно. Но вот здесь, судя по всему, будет битва. Вот здесь я выйду, да? Там, бляха, какой-то лабиринт. Так, ключ. Вставляем. Сохранились. Патрон прям замечательно. Теперь открыто. Сохранение пошло. А ты прав. Так, спокойно. Ты живучий. Да. Но мне надоело болтать. Че, ходит? Умри, наконец. Слышишь эти звуки? Ага. Тебя кое-кто дожидает. Да? И все? Еще патрон на пистолет. Прям вообще замечательно. Еще что-то не взял. Так, ну там записка. Мина. Все? Все. Бля, слышь, не топай, сейчас придут. Так, что это? Так, прототип штурм. Ага. Используя... Чего? Использовал дешевый турбовинтовой двигатель. А, но управлять бойцом стало невозможно. Он всегда атакует. Слишком много энергии он... А, слишком много энергии от реактора. А, спереди абсолютно неуязвим. Но придурок умудряется оттягивать себе... Оттяпать себе пальцы пропеллером. А есть проблемы с перегревом при длительном использовании. Вывод. Полная неудача. Была неудача. Это он про Карлсона, да, я так понимаю? Штурм. Прототип штурм. Ну да, вот оно. Там, кстати, почему-то... Не топай, слышь? Слышь, не топай! С чего у меня есть блок? У меня есть волшебный блок, у меня 100 патронов на пистолет. Сейчас здесь будут сыпаться, да? Бля, газует? Это как это? У меня нет времени на эту херню. С дороги! А что с ним делать? А что с ним? Ой, блядь!
А как? Ой, блядь! Ты чё, дурак? Да, блядь! Вставай! Ты где, блядь? Ты чё? Так, спокойно, чё, блядь, по здоровью. Вот и лежи. В смысле? Что ли? Бля, ну неплохо так на самом деле удел. Непонятно просто было, как это он сживался. Сложно-кристаллическое сердце. Ой, блядь, напридумывали. А, я, блядь, думаю, что, блядь? Так, погоди, а я могу наверх вернуться? Ой, наверх, назад. Наверх, назад. Бля, представляешь, все разнес. Это сюда, да? Назад. Просто продам сейчас, как бы, почему бы и нет? Ну, такой себе, да. Неудачный эксперимент, это точно. Так, алло, не спи. Ну что ж, смело изучай. Да-да-да, давай, сейчас вот так вот сделаю 45 тысяч. Ну-ка, что скажешь? Не нравится? По мне, так честная цена. Да вроде бы честная. Ты так, голоден? 65. Значит, ты жив. 65. Это на пистолет. 35. Так, папар-пару-пиру-пару-пам. А хотя, ну зачем? Сколько у меня обойма? 10. Мне бы, наверное, урон прокачать. 65. Хотя, не знаю. Даже. Ну, обойма маленькая-маленькая. Да, это понятно. А вот урончик, допустим, револьверчику. 200, 2300. Нихера себе у него урон так-то. Ну, собственно, почему бы и нет. Зато как жахнем. Видать, жахнем, так жахнем. Так, все, спасибо. Да-да-да-да, тебе тоже счастливо. Вот так вот сделаю. Почему бы, собственно, не... Да, бля, что сегодня мы... Че, блядь, она обновлялась или нет? Кто знает, игра обновлялась? Что-то, по-моему, было. Почему мышка так стала выскакивать и куда-то это... Один день он не записался просто, и все, как бы... Малёнчик занят был. А это, блядь, что за тупик? И всё что-то начинается. Так, вот проход открыт. А здесь? А здесь больше ничего нет. Где ты? Гузенберг. Гузенберг, ты где? Хайникин, да открывайся. Вижу реагент. У меня, блин, собака, так оказывается, много аптечек, что аж просто обосраться. Вот сюда сделаю. И патронов, и гранат, и, короче, и что-то патрон вообще дохренище. И что-то как бы... Не понял сейчас, это куда? Что за подстава? Где? Где козёл? Контрол, ёпта ж мать твою! Нахрена нажал ты, бля, вообще? Нахера мне сигара? Что это, блядь, значит? Вот это сейчас было обидно. Вот это сейчас было прям вообще обидно. Это что это, блядь, сокровище? Сигара из Кубы. Насквозь сырая, ценная, блядь. Так, ладно. Так. Миранда омерзительна. Ее вранье не знает границ. Так, ты что не перелистываешься? А для нее мы всего лишь плоды неудачных экспериментов с Каду. А мне повезло, что я более восприимчива.
восприимчив к нему, чем все остальные чем вся остальная деревенская шваль. Она называет меня своим сыном. Пустой звук. Я не прощу ей то, что она со мной сделала. Эта чокнутая сучка всегда была не в себе. Для нее понятие эксперимент и семья равнозначны. Миранда не просто изменила мое тело, она лишила меня достоинства. Писюльку, что ли, отрезала? Ее надо убить, иначе я не смогу распоряжаться своей жизнью. Но при всем своем безумии она сильна. Она может стать кем угодно с помощью мегамицелия. Мегамицелия? Что это такое? Малявка Роза. Вот ключ. Если я заполучу ее силу, то возможно. Кстати, а у ее папули Итана тоже очень интересное тело. Надо бы уговорить его помочь мне. Ясно. Ну, вот почему ты такой злой. Писюнюку отрезали, бляха. Блять, ну где ты здесь? Представляешь, не вижу. Видишь? Туман, бляха. Ага, здрасте. Не понял. Спасибо. Спасибо. Так, где? Кто? Все? Здесь нельзя пройти? Почему? Ну, бля, вот обидно, конечно. Только сказал аптечек, да хера, и надо же было использовать, а? И надо же было использовать, а? Вот этот... 130 патрон, серьезно. Два раза причем. Здорово, ты где? Гузенберг. Я долго буду с тобой возюкаться. Так, ты чё? Сейчас будут вылупаться что-то, да? С этих контейнеров. С этих ящиков. А, я забыл, что F же. Я забыл, что F. Опа. Картинка убралась. Чё? Хе-хе. Что за звуки? Бля, серьезно? Контейнер, контейнер. Чё я еще не взял? Да тут типа никуда он не прыгает. Но он же типа какой-то этот медиум зато. Угу. И куда это? И куда ты, блядь, дурачок, пошел? Ну он сейчас отсюда спрыгнет, да? Заставка пошла. Спокойно. Спасибо. Где я? Не понял. Показалось, что красным горит. Я. Интересней. А! Я... Он сзади сейчас будет, что да? Что происходит? Ну чё, он опять включил свою... херобурку. Неплохо! Неплохо, Уинтерс! Здорово, чувак без пиписки. Ты упорный. Но я тут подготавливаю бунт. Так что не лезь сюда. Ха-ха.
Нихуя себе. Обратно вниз, на самый. Ну, бля, ну тоже персонажа слили. Он таким был нормальным, а оказалось, короче, просто из металла. Какая-то куча, куча старого гнилого металла. Да не говори, падла просто. Как же тут это? Мне такое ощущение, что у разработчиков закончились вот эти вот идеи с самой... Да, блядь, не говори, я только что сказал. Ты чем слушал-то, Итан? Я же сказал, блядь, на самый низ, даже еще ниже. Ну, то есть, блин, в Резиденте это же были там какие-то страшные твари, то есть, ну, люди, да, с ними экспи... А здесь, блядь, почему-то вот только Моро, по-моему, один был, да и я вот... Это, блин, даже... Хоть и клевая самая была, как ее, я уже забыл. Димитреску. Леди Димитреску. Вот вообще не раскрыли тоже, блин. Хряк какая-то превратилась в какую-то фигню, аккуратно, только не Ctrl. И убил ты ее. А тут, ну, ну реально, я не знаю. Ну, бляха, это, блядь, не Резидент. Это, блядь, Dark Souls. Где я, блядь, вообще оказался? Да что у меня с клавишей? У меня, короче, клавиша D. D, короче, выпадает. Ой, блядь, что пугаешь-то? Да, Крис, хорош, да что делаешь? Я просил тебя не лезть, Титан! Да и не лез. Ты мне мешаешь. Что тебе надо от меня, Крис? Ты, сука, убил мою жену. Я убил не Мию. Ты жил не с ней. Да я тоже говорю. Ты жил с Мирандой. Что? Она биооружие. Она сменила форму и притворилась Мией. Угу. Пули ее, кстати, не убили, и я хочу доделать дело. Не пизди! А сразу, блядь, сказать нельзя было? Я знал, что ты полезешь вперед всех! А нам здесь и без гражданских приходится непросто. Почему мы, Крис? Что за хрень происходит? Ладно, Итан. Ладно. Все-таки я должен был рассказать. Дай мне тут ключ. И чё? Если вкратце, Миранда рехнулась. Деревня, эти монстры, твари, ее работа. Какой-то стрёмный эксперимент с плесенью. Плесень. Как в Луизиане. Твою мать! А я-то ну, надеялся, ты тупой. Что спасу семью. Я не могу сбежать. Ничего не могу! Это не совсем так. Вот, посмотри. Бойцы прислали эти снимки только что. Миранда. Приглядись. Роза, охренеть! Идем туда! Остынь, мои бойцы не спускают с них глаз. Но у них моя дочь! Да пойми, Итан, ты просто не справишься с Мирандой в одиночку. Нихуя себе! Ты что, бензопилами стрелял? Я останусь и заложу еще взрывчатки. Ты поедешь на лифте, встретимся наверху. Клянусь, мы с тобой спасем твою дочку. Вместе. Да, мы спасем. Отыщу Миранду и убью эту суку. Ай, не договаривай что-то. Тогда садись и будь добр. Не лезь на рожон. Ай, не договаривай что-то, смотри-ка. Да-да, дай пошариться-то. Чё за пугалку-то мне дали? Как этим управлять? Назад пути нет. Назад пути нет, да. Во-первых, вот так вот надо сделать, да. Не понял сейчас. Сюда не можешь? Что, блядь? Так, лихарство раз. Чемодан два. А как же Гузинби? Бля, сколько патронов на снайперку? Все, что ли? Ну, серьезно. А сохраняловка? Так, опять за писюльки. Так, а... Кому? Чё это херня мне дом поет? А, это в игре, я думаю, у меня что-то тут по трубам стучит. Так, отряд охотничьи псы. Осмотр фабрики завершен. Доказательство связи с организацией не обнаружено. Нам сегодня явно не везет. Мне удалось найти ряд документов,
с описанием экспериментов Миранды, подтверждающие наши теории. Судя по всему, она заразила себя мутамицелием этим каким-то бляхой и приобрела ряд способностей, в частности, мимикрию, блядь. Она управляет своими клетками и может превращаться в любые существа и предметы. Еба, стул. Я же говорю, это бабка, это она, на 100%. Она притворилась Мией и проникла в дом Уинтерсов. Она явно намеревалась похитить Розу. Видимо, решила, что будет легче контролировать Розу, находясь в облике ее матери. Наше нападение сорвало ее планы, поэтому она притворилась трупом. Затем она жила в грузовике, убила всех, кто находился внутри, и скрылась с Розой. Все прошло не так, как она ожидала. Но в конечном итоге ее замысел осуществился. Но это не конец. Пора встретиться и разнести это место к чертям. Возможно, мы столкнемся с Гейзенбергом, но я нашел кое-что полезное. Он забыл здесь одну из своих игрушек. Она из металла полимерного материала. И он не сможет ей управлять. Побьем врага его же оружием. Альфа. Это который я продал или это который я не продал? Да бля, это что такое сегодня-то? Ты че, игра, блин, играй. А в смысле садись, езжай. Как? Че это, блядь, за штука? А, это его оружие? Так это полимерный металл. Что ж, выбьем клин клином. Нихера себе. Роза, я иду. О, да хорош! Так, удерживать. Приготовить пушку, выстрелить. Спейс, защита. Пулеметы. Ебать, что творит? О, можно вот так вот. Нихера себе. А чё в смысле перезарядка-то? Да я это понял. А, она типа заряжается еще? Или не так и будет? Ё-моё, нихрена себе. Вот подгончик так подгончик. Ну сейчас будем на железо разбирать. Где ты, падла? Выходи! Выходи с сап... Чё они сказали-то, падла? Я ж не ожидал, там был козел. Ну серьезно, возможно, блин, одного козла и просрал. Ай, блядь, обидно сейчас было. Вот это сейчас обидно. Вот это обидно! Обидно, говорю, понимаешь? Обидно. Бля, патроны бесконечные. Кто ж, блядь, знал-то? Так долго-то? Чё, ворота? Сейчас, погоди, перезарядка. Сейчас, погоди. Где ты, собака? Давай быстрее перезаряжайся. Луч моей стали заставит тебя дрожать.
сказать спасибо случайно. Я люблю не силой, которую она мне подарила. Но что значит послушность слова? Ты хоть знаешь, каково мне было терпеть эту сучару годами? Жители деревни. Вот эта скучка безмозглых работ. Сука, дай я военно спомогу. Ура, часики тикают. Че такой живучий? Еба трансформер! Битва за деревню! Трансформеры, новая часть! Ты куда? А есть ускорение? Еба экшен. Нет, нет, мои роботы! Прикончу этого сраного бомбиковича. После тебя. Блядь! Так, погоди, 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 чё я делаю? Вот она и личная прямая. Ну что думаешь? Шансов нет. Да! Вот сейчас, наверное, зря было, да? Да чё за нах-то? Зря ты отверг моё предложение. Дай выстрелю. Встретишься с Розой на том свете. Моя пушка, садись. Роза станет моей. Давай, давай, давай. Сам виноват. Нет, нет. Мне нельзя умирать! Я должен убить её! Убить? Ну ладно. Еба эпично. Реально, что это? Что? Ой, бля. Что, блядь, откуда у меня телефон появился? Альфа. Я покончил с Гейзенбергом. Хайнекен, все, да. И верну Розу. Только со мной. Это опасно. Жди там, ты слышишь? Ну давай. Итан. Че, блядь? Итан! Итан, ответь! Где? О, Мия? Сучка. Но... Да это не Мия! Роза. Такая ценность, правда ведь? Стреляй! Она все для меня. Как и мои. Гейзенберг мертв. Ты упустил свой шанс. Что ты будешь делать? Да за... Ой, блядь. Сзади. Но я спасу Розу. Не знаешь. Как всегда. И что я заменила Мию, не знал. Бедный Итан. Кто ты? Где Роза? Миранда. Еба ты какая! Помнишь Эвелину и ее власть над плесенью? Не помню, Роза не играл. Роза ее наследница. Не играл в пятую часть. Нет, Роза совершенное воплощение Эвелины. Когда она вырастет, то будет управлять всеми. И она мне нужна! Иди нахуй ты, сука! Успокойся. Роза будет спасена. Мегамицелий помнит всех нас. Мегамицелий. Но она возродится, как моя дочь. Это моя дочь, не твоя! Ну где ты? Покажись!
Покажись, тварь! Роза стала такой? Во-в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 о-
И ты перестал мне быть полезен. Миранда! Не прячься! Выйди, сразись! А, да ты чё такой лошара-то, ёб твою мать-то? Не бойся, Итан, ты умрёшь быстро. Фу, страшно. Мегамицелий будет помнить тебя. Ты чё? И я сохраню образец твоей... Ты охренела, ты обалдела, сердце быстро отдала. Наша церемония завершится, и я стану её истинной матерью, связанной навеки кровью. Не смей. Вот сука. Ты смотри, падла-то какая. Блять, ну Питон, блять, тряпка вообще, а. Хули ты с ней пиздишь, блять, доставай револьвер. Я столько ждала. Но мечты должны сбываться. Я хочу увидеть свое дитя. Носитель она или нет. Ой, какой же ты глупый, хрена базарить, говорю, достал, блять, похеру, гранатомет, револьвер. Я думал, он револьвер для Гейзенберга, а он, блин... Капитан, я подтвердил смерть Итана Уинтерса. Мне не удалось забрать тело, но я сделал видеозапись. Дай картинку, я разберусь в ситуации. Мы с отрядом просчитались. Вчера мы устранили изменившуюся Миранду, но она выжила. Кто ж знал, что она прикинется мертвой? Миранда могла заразить Итана, так что мы забрали его и Розу с собой. Но кто-то напал на везшую их машину. На месте аварии Итана и Розы не было. Разговаривая с Итаном в последний раз, я услышал Миранду. Она убила его. И она за это поплатится. Когда же это кончится? Что, Кэп? Задание? Все это. 3 года не можем добить эту дрянь. Слишком долго. Мы разберемся. Отряд ждет приказов. Так бесы, значит, уже здесь. Времени не теряли. Корректировка? Нет, мы держимся плана. Убить Миранду и спасти Розу. Вот 2 цели. И права на ошибку нет. Ну что, дадим жару, как в старые. Выходим. Ясно. Да, сэр. Есть. Эй, пес, я хочу знать, что здесь делают люди BSA. Дай мне все, что есть. Так точно, сделаю. Капитан, давненько мы вместе не воевали. Вроде в прошлый раз пустыня была. Я всю форму растеряла на разведоперациях. Но благодаря тебе мы узнали план Миранды. Я поверить не мог, что она превратилась в Мию. Да и выдержать 5 выстрелов в голову — это не хухры-мухры. 6. Короче, как всегда, да, в Резиденте мы играем за какого-то второго чувака. А это капец, сегодня мы играем за Криса Редфилда теперь, но я, бля, как она убила-то его, если он такой же, как она? Я не понимаю, что это такое? Целеуказатель. За хухуя. Простите, ручная граната. Боевой нож. Инъектор. Это лекарство. Все раны. Типа калаша. На первом.
Ну ладно. Погнали, чё ж. Чё, карты нет? Но я так думаю, что мы недолго будем. Автомат, пистолет. Чё, сейчас много этих будет? Пробел есть, но я думаю, что он не такой живучий, как Итан. Вот чё всё в огне-то. Чё, блядь, там творится? Бля, пора заканчивать. Эй, Алекс, посмотри на это. Снайпер куда ж? Чё, они там высаживаются? Убийцы. Далеко залезли. Угу. Всё, до свидания. Отлезли. Боже. Внизу всё очень плохо. Как ты намерен добираться до цели? Сначала нужно разнести эту хрень. Прикрою сзади. Давай начнем. Ну, конечно. Остерегайтесь враждебного биооружия. Ясно. Что, в смысле? Куда? У меня скопление враждебного биооружия. Их больше, чем внутри. Будьте начеку. Ни хрена себе пистолет. На нем патронов мало. Ебашит вообще. С одной пули, что ли? Да ладно! Почему у меня такого не было оружия? В смысле, у Итана. Еба, да ладно! А я ж не знал. И патронов зря. Понял. Заметил судно PSA. Два охранника. Я справлюсь. Осторожнее. Световая граната, патроны к пистолету, патрон автомат, световая граната, патрон автомат. Бля, серьезно? Экшончик пошел. Так, тут, короче, бля, карты не... Есть смысл заглядывать? Нет, короче, ладно, я туплю. Просто мы же идем и стреляем, всем бошки разносим. Это же, блядь, Крис Редфилд. Давай, открывай. Вот она, деревня, почему вся в огне. Ну, пиздец. Это еще что за херня? Где? Это все у домицелей. Значит, Миранда наверняка там. Вперед. Да. Ебася, колобася. Вы атакуете? Я уже гранату приготовил. Ну, бля, какие-то деревья, блядь, серьезно. О, спокойно. Вижу крупное биооружие, мутант. В лесе, вероятно, распыляются разные частицы. Не снимайте маску. Вы-то, блядь, откуда выскочили? Паразиты грёбаные. Я, блядь, думал, там кто-то идет горящий. Так, еще патроны. А как туда пройти? Сейчас не понял. Погоди. Здесь типа два входа? Да нихуя. Что у тебя? Путь перекрыт. Не вопрос. Иди в обход деревни. Эй, босс, это я. Я на позиции, готовлю огневую поддержку. Придется чуть подождать. Ясно. Это Тундра. Я оставила припасы в одном из домов, капитан. Можешь забрать. Спасибо. Когда, блядь, успела? Ебать! Автомат, патроны, автомат. Автомат. Пистолет, пистолет, пистолет. Йо, это что, граната? Граната, граната.
И, блядь, испугал! Кто ж, мать, так делает? Сероглазый, мне нужна помощь! Я тебя вижу. 200 до точки. Блядь, так он что-то из писта как-то крит делает. Так, нахуй пошел. Ну я, короче, не спешу никуда. Поэтому, как бы, по времени все равно уже, как бы. Впервые вижу такое. Ну-ка. Цели. Че там сейчас было? Достижение? Хуя себе, граната рванула. Эй, босс, я тебя вижу. Держись. Лошары. Патронов-то с... Да блять! Еба хэдшоты! Хэдшоты! Ой, блядь! Ты, блядь, откуда вы здесь? Я добрался до цели. А там как это взять? Большая зараза. Так, Лоба, отмечаю цель. Принято, босс. Попал! Отлично! Перезаряжаюсь. Минутку. Туда движется целый рой. На говне подскользнулся. Да, капитан, я перезарядил. Жду твоего сигнала. Не вижу нихуя. Бля, заканчивать надо. Есть сохранение, будет сейчас сохранение. Пол деревни расхерачили. Знатно, блядь. И чё, блядь, куда идти-то?
Нашел спуск. Выдвигаюсь. Остальным удерживать позицию. Капитан, я сравнил плесень в деревне с образцом из дома Бейкеров, и я не вижу следов изменения генома, которые мы нашли в серии Е. Эта штука родом отсюда. Все понятно. Давайте, короче, вот здесь, собственно, и закончим. Бля, не знаю, сколько еще по времени. Ну, как раз как бы на вот такой вот ноте. Почему, собственно, нет? Можно было, конечно, быстрее сейчас начнется вот это. А, что так медленно? Я никуда не спешу. Я прохожу так, как, блин, считаю своеобразным. Мне некуда спешить, понимаешь? Все, то есть там уже точка невозврата, поэтому время уже все, пора. Так что сохранение было. И, собственно, не знаю, поскольку там, сколько еще времени. Но обычно такие моменты дают, ну, на 5, на 10, на 20 минут максимум поиграть. Да-да-да, вот совершенно. Поэтому, как бы, ну, мы поиграли уже 15, то есть осталось еще 5 минут, и наверняка там что-то поменяется. Поэтому, наверное, осталась еще одна серия, как раз-таки мы в нее войдем. На сегодня, значит, пока будем завершать. Я знаю, да, такой опять момент, ну, бляха, все, по времени, как бы, не успели чуть-чуть, поэтому... А дальше там что там будет? Ну там по-любому ты будешь с Мирандой воевать, а это, блин, не 5 минут, не 10 минут, не бляха там, наверное, даже не 20. Поэтому сделаем вот, вот так вот. Кому не нравится, я понимаю, вас прекрасно, но ничего с этим поделать мы не можем. Все, спасибо всем, кто смотрел, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Всем пока. Пока.